новом сезоне «Орел и Решка» отправятся на край света. Это самый интересный и экзотичный сезон за всю историю программы. Далекие страны и неизведанные острова. Тайны океанов и великих гор. И самые захватывающие приключения на краю света. С этим справятся только самые отважные ведущие. Знакомьтесь, новые герои. Коля Серга и Регина Тодоренко. Они могут все. Добывать огонь. С легкостью ловить рыбу. Стоять на голове. И при этом петь. Парам-парам-парам. Кто из них проживет уикенд на краю света как миллионер, а кто всего на 100 долларов, как всегда, решает «Орел» или «Решка». Стоп! Мы нужны этой стране! Привет! Это «Орел и Решка» и новый сезон «На краю света». И сегодня мы на Мальдивах. Мальдивы – это рай. Это рай для живых и для тех, у кого есть пару грешков. Ну что ты говоришь, Коль, Мальдивы – это свадьба, Мальдивы – это отдых, это красивые парочки, это медовые месяцы, а я сегодня с тобой. У тебя будет отличный шанс оторваться без меня. Решка. Орел. Да! 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 Что? Я выиграла! Ну, по этим монетам я очень выиграла. Сложно. Я выиграла! Ты выиграла, ты выиграла. Окей, тарелочка, тарелочка. Беги. Крепись. Спасибо. Yes! С другой стороны, хуже уже не будет. Мальдивские острова расположены на краю Индийского океана, недалеко от Индии и Шри-Ланки. Здесь океан считается самым чистым и теплым. Вода нереально бирюзового цвета, а песок идеально белый. Мальдивы называют раем на земле. Именно так выглядит 100 долларов на Мальдивах. Это 1500 местных рупий. На них не придется прожить 2 дня на одном из самых дорогих курортов мира. Первым делом нужно добраться до столицы, Мали, а это на соседний остров. Туристы путешествуют между островами тремя способами. Первый – на гидропланах. Тут их называют воздушными такси. Это для самых богатых. Стоимость такого такси – 500 долларов за час полета. Второй способ – на скоростных катерах. Стоимость – 300 долларов в час. И третий способ – паромы. Конечно же, я плыву в столицу на пароме. Пропустите белого. Hello, I need one ticket to the moon, to Mali. Can you sell me what is the price? 10 rupees, okay. Состоятельные туристы столицы Мали обходят своим вниманием. Все они сразу же из аэропорта разъезжаются и разлетаются на удаленные райские острова-курорты. На один из таких курортов отправлюсь и я. И в этот рай меня унесет мой личный VIP-гидроплан. Если в обычное воздушное такси набивается по 20 человек туристов со своими чемоданами, то в VIP-гидроплане я буду лететь одна. Вот так вот выглядит самое дорогое такси на Мальдивах. 2500 долларов в час. Я в шоке. 2500 долларов. А похоже на Ланос. Да, прекрасная VIP-отделка салона. А
это, видимо, по особой моде состаренная кожа. И ни шампанского тебе, ни фруктов. Ой, я нашла! Вода! Итак, два дня я проведу на шикарном острове-курорте Ируфуши. Мальдивы – один из самых известных и дорогих курортов мира. Сюда не приезжают студенты с рюкзаками и палатками, а только состоятельные туристы – миллионеры, голливудские звезды и русские олигархи. Есть ли в этом раю для богачей дешевый ночлег? Можно ли здесь недорого пропитаться? Смогу ли увидеть еще хоть что-нибудь, кроме столицы? Все это и предстоит мне узнать в ближайшие два дня. Мальдивы – это 1900 островов в Индийском океане. Всегда думала, что Мальдивы – это жертва фотошопа. Но на самом деле все так и есть. Посмотрите, какие получаются фотографии. Каждый остров имеет свою специализацию. Есть остров-аэропорт, остров-столица, острова-отели, остров-мусорная свалка. Есть полностью необитаемые острова, покрытые дремучими лесами. И даже острова, на которых растет ровно 4 дерева. Цвет Индийского океана возле Мальдив не сравнится ни с каким другим. Оттенки сменяются от лазурного до изумрудно-зеленого и темно-синего. Многие острова окружены голубыми лагунами. Из-за этого они похожи на гигантские голубые горошины. С высоты птичьего полета это место кажется самым красивым на Земле. Добро пожаловать в рай! В Мале ты видишь то, чего совсем не ожидаешь увидеть на Мальдивах. И это столица рая. Если вы ищете то самое бирюзовое море и белоснежный песок, то в Мале этого нет. Нет райских пляжей, но есть порт с ужасно грязной водой. Такое ощущение, что местные просто не пользуются мусорниками. Поели и остатки за борт. Ну ладно, пойдем в центр. Может, там будет красиво? Hi. How I can get to the center of city? You have to go to straight, there you have blue building. Then you have to turn left. Thank you. Bye. Мале – одна из самых маленьких столиц в мире. Ее площадь занимает всего 6 квадратных километров. И на этой небольшой площади живет 90 тысяч человек. Мале – это тесный, переполненный и плотно застроенный город на маленьком клочке суши. Столица рая – типично азиатский город. Узкие улочки, однотипные здания и хаотичное движение транспорта. Мальдивы – исламская страна, поэтому женщины здесь ходят в закрытых одеждах, а иногда и в паранджах. А главная достопримечательность – мечеть. Это не детские рисунки. Это предвыборная кампания одного из кандидатов в президенты. Этой картинкой он говорит о том, что даст на все острова паром. Это он обещает здоровое питание для каждого жителя Мальдив. Здесь социальное обеспечение для стариков и детей. Ну и, конечно же, вы сами догадались, что все в итоге получат. Все в итоге получат морской огурец, из которого здесь делают большинство медикаментов. А рисуют они не от избытка креативности, а просто потому, что большинство избирателей вовсе не умеют читать. Высокая точка Мальдивских островов всего лишь 2 метра над уровнем моря. То есть суша практически вровень с водой.
Из-за глобального потепления вода в Мировом океане постепенно поднимается, угрожая вскоре затопить острова. Ученые говорят, что через несколько десятилетий Мальдивы окончательно уйдут под воду. Через 40 минут полета показался мой рай. Остров-курорт Ируфуши, окруженный коралловым рифом и лагуной с бирюзовой водой. Посмотрите, какая вода! Сказочная! Кажется, что ты попал на другую планету. Разве бывает такая голубая вода? Тут знают русский, я не убежала от русского языка. Hello. Каждого гостя встречает специальный транспорт – электромобиль. На нем гостей развозят по своим бунгало и виллам. Мальдивы ничего не производят сами. Здесь нет даже природных источников пресной воды. Приходится опреснять морскую. На Мальдивах ничего не растет, кроме бананов и кокосов. Зато бананы дешевле грязи. What is the price for bananas? 3 rupees for one banana. Take it. Полсотни бананов за 6 баксов. Здесь можно не то что двое суток за $100 прожить. Здесь можно всю жизнь прожить. Еще останется наследство. Баксов 30. А кокосы вообще как хлеб. На Мальдивах даже приняли специальный закон, по которому на каждого островитянина должно приходиться по 2 кокосовые пальмы, чтоб в случае изоляции от внешнего мира не умереть с голоду. Hello. Кстати, о кокосах. What is it? Советую попробовать местную сладость – трубочку бунди. По виду напоминает сигару, только скрученную из кокоса. Thank you. Бунди очень вкусные, но очень сладкие. По вкусу напоминает кокос, что, наверное, неудивительно. Кроме кокосов, местные массово поедают тунца. А еще на Мальдивах добывается 180 миллионов тонн тунца в год. Тунца в океане так много, что для ловли не нужна даже наживка. Он хватает крючок удочки просто так, думая, что это корм. Я думаю, этот тунец весит как минимум 60-70 килограмм, а то и больше. Цены на местном рынке смешные. Всего 25 руфий за килограмм. То есть такого гиганта можно купить за 600 гривен. Если ты не посмотришь «Орел и решка» про Мальдивы, то тебе тунец. Я так привыкла к Черному морю в Украине, что это кажется какой-то невероятной водой. Такой воды не бывает. Она чисто-чисто прозрачная, с каким-то бирюзовым оттенком. Уникальная концепция мальдивских курортов заключается в том, что под отели отдают целые острова. Так и мой остров. Это один сплошной отель. К услугам богатых туристов идеальные пляжи с белоснежным песком, теплый океан, бассейны, бары, рестораны и отдельные виллы. Весь остров засажен тропическими деревьями. Это безопасные джунгли. Из животных здесь, кроме людей, только крабы, ящерицы и самые экзотические летучие лисицы. Из-за того, что они питаются фруктами с пальм, их еще называют фруктовыми крысами. Очень красиво здесь, ну прямо очень. Do you have Wi-Fi, интернет? Сейчас я попытаюсь найти, где я нахожусь. И узнаю, как мне попасть на Джамхури Майдан, который является главной площадью Мали. И где, я надеюсь, мы увидим много всего интересного.
так это близко. 11 минут пешком. Хотя здесь все близко. Все 11 минут пешком. Ну, наконец-то я дошел до центра города. Это главная площадь Мали. Thanks. Площадь независимости. Очень маленький пятачок с флагом по центру и голубями. Вот я и обошел всю столицу. Большинство людей, отдыхавших на Мальдивах, так ни разу и не были в Мали. А те немногие, которые были, долго здесь не задерживались. Я думаю, мне пора. Курорты мне не по карману. Но я могу посмотреть, как живется в этом раю самим мальдивцам. Из столицы на пароме можно добраться до двух близлежащих островов – Гули и Маафуши. Я собираюсь побывать и там, и там. И первый – Гули. Самые дешевые бунгало стоят $500. Приготовьтесь, что цены на мальдивских курортах баснословны. Бутылка вина $100, завтраки $25, обед в ресторане $80. И у вас нет выбора, где бы поесть подешевле или купить продуктов, так как вы на острове. Ну а мне что? Я с золотой картой, могу себе позволить все. Самые дорогие виллы стоят на сваях прямо в Индийском океане. Каждому такому бунгало ведет свой деревянный мостик. Моя вилла самая большая и самая дорогая. Больше $7,500 за ночь. Посмотрим, в каких условиях отдыхают богатые туристы. Первое, что замечаешь, огромные окна. Куда ни глянь, отовсюду видно бирюзовый океан. Боже, у меня под ногами вода. Даже в полу специальные окошки, сквозь которые видно, как под ногами плавают рыбы. Класс. Итак, вилла. Здесь есть прохладная гостиная с диванами и телевизором. Спальня с огромной кроватью. Так мило. Welcome, Регина. И несколько ванных комнат. Ну и главное, терраса с бассейном и видом на океан. У меня в номере бассейн. И такое ощущение, друзья, что он не заканчивается, а уходит прямо в море. Чуть больше, чем за доллар, я приехал из Мали сюда. Остров Гули – это прекрасная иллюстрация того, как в этом земном раю живут не туристы, а местные жители. Гули – это такой себе остров-деревня. Тучище, чем в Мали, да и людей гораздо меньше. Обратите внимание, как настороженно на меня смотрят местные люди. Дело в том, что на Гули не бывает туристов. Здесь нет отелей, ресторанов, сувенирных лавок. Такие Мальдивы вы вряд ли увидите на рекламных проспектах и красивых картинках. А именно так живут простые мальдивцы. Все жилища небольшие, построены из кораллового известняка. На острове нет машин, даже мопедов нет. А у детей нет нормальных игрушек. Дети привязали птицу, это местное развлечение. Детей, I will give you. Five. And I will take it, okay? У этих маленьких тимуровцев всего за 5 рупий я выкупил жизнь этой птицы. Полетела, полетела. А еще в разгар дня все мужчины только и делают, что лежат в креслах-гамаках и расслабленно смотрят на прохожих. Такое впечатление, будто никто не работает. Stand up, please. And close it to each other. По всем Мальдивам вместо деревянных лавочек стоят вот такие вот удобные гамаки.
На них мальдивцы проводят большую часть своего свободного времени. Дело в том, что основное место работы большинства – море. Мужчины уходят в море на рыбалку рано утром и поздно вечером. Именно поэтому в середине дня они отдыхают в тенечке. Больше им в жизни заниматься нечем. Самое любимое развлечение мальдивцев – это смотреть, как работают другие мальдивцы. Те, кто не рыбачат, ремонтируют лодки. Вот и все варианты развития карьеры. Зарплата хорошего плотника может достигать 400 долларов в месяц. Это считается очень приличным заработком. Если вдруг мальдивцы начинают прилично зарабатывать, то они не тратят деньги на украшения, дома и новые машины, как мы. Свою статусность островитяне подчеркивают только двумя вещами. Дорогой мобильный телефон и настоящие брендовые солнечные очки. Вот этот явно мажор. Долларов 300 в месяц точно зарабатывает. Большинство местных жителей всю жизнь живут на своем крошечном острове и никогда не выбираются хотя бы на соседний. Перемещаться между островами дорого, а паромы ходят далеко не везде. Так что многие мальдивцы даже не подозревают о том, насколько красива их родина. Боже, как я давно мечтала о таком отдыхе. Мальдивский песок белоснежный, потому что полностью состоит из измельченных кораллов. Песок настолько уникальный, что Мальдивы продают его по всему миру. Каждый остров находится на полном самообеспечении. Тут есть теплицы, где выращивают овощи и фрукты. Есть генераторы, обеспечивающие остров электричеством. Есть даже свои опреснители морской воды и завод по переработке отходов. В общем, не остров, а какой-то плавучий корабль. Если вдруг прервется связь с внешним миром, тут смело можно будет продержаться не один десяток лет. Но самое удивительное – это здешняя профессия. Внимание! Специалисты рая. I'm scared about the feeding fish. Beach clean correct. I'm cutting the inchards from the pole. I'm with the crescent, the guest. I'm in charge of anti-mosquito fogging. Yeah, my part is the priest. Oh, really? You're priest? Особенным почетом пользуется человек, отвечающий за то, чтобы сбивать с пальмы кокосы. Потому что на Мальдивах самая высокая смертность от падений кокосов на голову. Так что в раю это самая ответственная работа. Есть на Мальдивах еще одна экзотическая работа. Задумывались ли вы, откуда берутся рыбки в вашем аквариуме? Я вам сейчас покажу. Это такой себе склад аквариумных рыбок. Большинство рыбок сюда приносят рыбаки. Рыбки имеют пеструю окраску, которая говорит об их несъедобности. Поэтому можно либо выпустить их обратно в море, либо выбросить. Ну или сдать по дешевке торговцам рыб и заработать несколько руфий. Рыбок сортируют по видам. Для этого даже не обязательно быть аквариумистом. Просто складываешь красных к красным, а желтых к желтым. Больших, страшных и всяких там морских звезд рассовывают по отдельным аквариумам. Дальше технология поставлена на конвейер, как на любой фабрике. Рыб, как конфеты, руками рассовывают по пакетам с морской водой. Перевозят только в пакетах, потому что в твердой таре рыбка может травмироваться. Затем в пакет добавляют кислород из баллона, как в газировку. И пакуют по пенопластовым ящикам. Кто переживет переезд в Европу или Америку, будет там стоить в десятки раз дороже, чем здесь. Именно в этих пенопластовых контейнерах рыбок уже сегодня отправят в Европу. И буквально через неделю вы сможете купить их в киевских и московских магазинах. Но гораздо дороже, чем их можно купить здесь. Эта рыбка называется Angel Fish. Здесь она стоит 20 долларов. По прилету в Америку она будет стоить около 300.
280 долларов чистой прибыли на одной рыбке. Можно жить. Одно из самых дорогих удовольствий на Мальдивах – дайвинг. Все в один голос кричат, что на Мальдивах нужно обязательно нырять с аквалангом. Тут только голову опусти под воду, и сразу же увидишь какую-нибудь рыбку. Ух ты, как круто! Как в аквариуме. Кораллы, актинии, моллюски, целые косяки тропических рыбок. И все это уже на глубине 5 метров. Вот рыба-клоун! А вот целая стая рыбок-петухов! А это одна из самых больших и губастых рыб – рыба-наполеон. Губы у нее на пол головы. А стоит опуститься поглубже, и увидишь уже морских обитателей посерьезней. Скатов, черепах, каких-то странных рыб. Говорят, даже акулу можно встретить. Так, поплыли отсюда. Посмотрите, какой месяц. Необычный. Такой месяц бывает только на экваторе. У нас он такой, здесь такой. Лежит, отдыхает. Еще пару лет назад на Мальдивах совсем не было дешевого ночлега. Сегодня гестхаусы и хостелы уже есть, но далеко не на всех островах. И цены на них все равно высокие, от 50 долларов и выше за койку. Самый дешевый вариант – снять комнату у местных жителей. Hello. My name is Коля. Can you find a room for me, please? Hello. Коля. Hello. Hello. Can you show it, please? Yeah. Very beautiful child. It's my room? Yes. Oh, it's good room. Неплохо. Я ожидал, будет хуже. Это обошлось мне в 25 долларов. Вряд ли на Мальдивах вы что-то найдете дешевле. Рядом, в точно таких же комнатах, живут хозяева со всем своим семейством. Все очень чисто и аккуратно. Только душ немного странноватый. Не пугайтесь, я занимаюсь здесь не тем, чем обычно занимаются те, кто сидят на подобных устройствах. Я просто пытаюсь понять, как здесь принять душ. Мне кажется, по-другому его здесь не примешь. Все. Видел, какие я фотки выложила? А? А я фильм посмотрю. У недорогих номеров на Мальдивах есть свои минусы. Позови, пожалуйста, кого-то, кто починит душ. Позови, пожалуйста. Ну, хватит снимать. Когда на берегу океана тебе делают скраб всего тела с белым коралловым песком, а потом расслабляющий массаж с аромамаслами. Доброе утро, я на Мальдивах. Второй день на самом дорогом курорте мира.
Вот это я понимаю. СПА-процедура. Thank you. Bye. Сегодня я отправлюсь на другой соседний остров, Маафуши. Посмотрим, как живут там. Второй день на Мальдивах. А здесь все так же, как и первый день. Море, солнце, пляж, бассейн. Очень однообразный отдых. Честно говоря, красиво тут, но скучно. Так что следующее мое развлечение по местным меркам – просто экшен. Я арендовала целую лодку для наблюдения за дельфинами в открытом море. Экипаж пообещал мне, что я увижу целые стаи. Ну, посмотрим, посмотрим. Сначала ты где-то полчаса плывешь, внимательно вглядываясь в водную гладь. Так внимательно, что уже любая волна кажется тебе дельфиньим плавником. А вот-вот, что-то плывет! А, нет, всего лишь гигантская черепаха. И вот, когда ты уже начинаешь думать, что тебя просто развели на 800 баксов, появляются они. Дельфины, дельфины, дельфины! Ты видишь? И не один, не два, а действительно целая стая. Экипаж тут же начал хлопать в ладоши. Как мне объяснили, таким образом они привлекают внимание животных. Туристы часто думают, что когда дельфины поплывают в лодке, они так заигрывают и любят общаться с людьми. На самом деле это совсем не так, потому что это самцы дельфины, которые отвлекают от основной стаи. Они воспринимают лодку как большого хищника и таким образом уводят его за собой, отвлекая от самок с детенышами. Дельфины вообще очень умные. Оказывается, они дают друг другу имена при рождении. А еще дельфины единственные, кроме людей, животные, которые занимаются сексом не только ради размножения, но и ради удовольствия. Вот утонут Мальдивы. Уйдут под воду все эти роскошные бунгало, покроются ракушками бассейны. И не будут в них дельфины жить. Не страшно не проснуться, и больше не печально. Какие чувства, такие тайны. Yeah. Странно, но местные совсем не парятся о том, что их острова тонут. Здесь все живут своей островной размеренной жизнью и по-прежнему никуда не спешат. Так что, возможно, все это уловка для привлечения туристов. Типа последней распродажи или прощального концерта Пугачёва. Всем ведь интересно успеть увидеть эти острова в последний раз. Ну, вот и на Маафуши. Здесь есть праздно шатающиеся туристы, но в основном Маафуши – заурядный остров. Более того, самой главной достопримечательностью тут оказалась тюрьма. Судя по всему, ребята собираются на рыбалку. Местное население, как и на Гуле, занимается в основном рыбалкой. Оказалось, что парни ловят рыбу самым древним в мире способом – при помощи копья. Мне стало очень интересно, и я попросился с ними. Can I go with you? All the fish which I catch, I will give you. Я предлагаю им всю рыбу, которую я словлю. All right, fuck yeah, let's go. Пользоваться при добыче рыбы аквалангом запрещено. Потому что если ты охотишься на задержке дыхания, то это подводная охота. А если с аквалангом, то браконьерство. Видимость под водой идеальна. 30 метров. Видно любую рыбу, притаившуюся за кораллом. Но поймать ее очень непросто.
О, первая добыча. Оторванный ус лангуста. Попробуй махни копьем под водой. Движения даются с трудом, как будто в замедленной съемке. Рыбы по сравнению с человеком двигаются просто молниеносно. Зато такая рыбалка честнее. Тут уже кто окажется проворнее, ты или рыба? Это даже рыбалкой не назовешь. Настоящая подводная охота. Рыбалка с копьем – это самый древний способ добычи рыбы. Так ловили еще до изобретения удочек и сетей, тысячи лет назад. Самое сложное – это дождаться действительно хорошей рыбы, а не бросаться на все живое, как это делал я. Местные ребята плавали среди косяков рыб минут 30, пока не подобрались к хорошей добыче. Так, один поймал лобстера, другой – рыбу кузовок и морского окуня, а я добыл всего одну несъедобную рифовую рыбку. Конечно. Никит, но, как говорится, на вырост. Ужин мне накрыли прямо на берегу океана. В качестве аперитива вино и романтичный шум прибоя. Вечера на Мальдивах, откровенно говоря, скучные. Помните, что Мальдивы – исламская страна, а значит, алкоголь тут запрещен. Ни ночных клубов здесь нет, ни баров. Алкоголь продают только на островах, отелях для туристов. На островах же, где живут местные, даже пиво днем с огнем не сыщешь. А говорят, что на Мальдивах совсем нет алкоголя. Вот. Но только на таких дорогих резортах можно найти все. Абсолютно все. Ваше здоровье. This is starter, okay? Ah, thank you. Welcome, ma'am. This is your main course. Я заказала традиционную еду миллионеров – лобстера. Это такой гигантский рак, но мясо нежнее и вкуснее. Вот простые мальдивцы, несмотря на то, что они живут в самом центре океана, почему-то совсем не едят лобстеров. Хотя готовят их довольно-таки хорошо. Оказывается, то, что для нас еда миллионеров – то для мусульман-мальдивцев грязная пища. Лобстеры, раки, креветки питаются падалью, водорослями, ну, в общем, всякой ерундой, которую находят на дне, а поэтому считаются в исламе грязными животными. Лобстеры приравниваются к свинье, а значит, так же, как и свинина, запрещены. А мне вкусно. Разговорившись с туристами, мне рассказали про волшебный drinking boat. На русский переводится как «пьющая лодка». Оказывается, местные бизнесмены придумали, как обхитрить законы. Так как алкоголь нельзя продавать на островах, где живут мальдивцы, то его продают там, где мальдивцы не живут, а именно в море, на специально для этого оборудованной лодке. Очень хитро. На плавучий бар туристов бесплатно доставляют катером. Ну, наконец-то сейчас оторвусь. Чтобы взять кровавую Мэри или мохито. Пять бутылок на полке, и это все веселье. Водка, вино и три вида виски. А цены космос. In rupees? No, бутылка водки – 100 баксов. Бутылка виски – 135. Кошмар! Maybe you have something like beer? Beer or... $7? Бутылка пива стоит $7. Бутылку пива пришлось растянуть на целый вечер. Повеселился. Деньги, а это почти пол моего бюджета – $40. Я потратил на то, чтобы вырваться из этого злачного места обратно к Регине. Друзья, в новом сезоне «На краю света» мы продолжаем традицию прятать бутылку. Вот бутылка, вот $100.
Инструкция по применению. Удачи! Итак, на острове-аэропорте Хулули идите по улице Хирут-Хумагу и, увидев отель «Фернбукет», сворачивайте на набережную. Там, под камнями и ржавой вывеской, вы найдете свои заветные 100 баксов. Даже на Мальдивах можно прожить на 100 баксов. Конечно, я не увидел прекрасных райских пляжей, как Регина. Но зато я увидел, как живут местные жители. И знаете, отдых в раю очень отличается от жизни в раю. У недорогих номеров на Мальдивах есть свои минусы. Welcome, Регина. I am cutting coconut. Такой воды не бывает, она чисто прозрачная. Five. And I will take it, okay? Дельфины! Добро пожаловать в рай! Регина! Макон, привет! Привет! Единственная женщина с непокрытыми плечами. Коля, я была в раю. Это единственное место, которое подтверждает все, что есть в интернете. Все картинки из глянцевых журналов. Это просто неописуемое место. Такое ощущение, что ты мне пытаешься вплавить сейчас рекламный проспект. Нет, ну правда, это очень дорого. Хочешь узнать, как я прожил? Давай. Я прожил на 100 долларов. Я побывал в таких местах, где до меня не было не только туристов, но и многих мальдивцев. И я увидел Мальдивы изнутри. Как оно? Мальдивы изнутри? Это полный...